OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That it's shit like I sucks. Damn. Damn, my shit was wet. Hey, what's happening, Loke? Hey, Carl. What up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in the rap game. You know, that ain't my thing. But, we'll have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire, all-nighter, hey, all-writer. Hey, when I kick it, I'll do anything, it. Homie. I swear that. Okay? Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Шок, и сегодня мы будем выполнять миссию от Коуджи Лока. Ну что ж, погнали. Нам нужно отправиться к особняку Мэтт Дога. Да, и эта миссия, она будет очень долгая, мне она не очень нравится, но что только не сделаешь ради своих подписчиков. Да, все-таки прохождение полное, и я должен ее выйти. Как я вас задел, объясните мне, пожалуйста. Да блин, ну не надо, пожалуйста. Фу, а то я думал, уже мне крантить. Так, все, короче, блин, надо ехать. Ладно, вот тут вот это мы. Надо. Быстренько приедем к этому особняку. Там нам нужно украсть аудиостанцию какую-то вроде, как я помню. И все. Аккуратненько заезжаем. Я бы себе здесь дом какой-нибудь купил, но у меня же пока что денег мало. Затем OG Lock нам и копейки не даст. Да, имею всех иметь только уважение. Не могу посмотреть. Вот он. Особняк. Едем. Сидим сегодня. Сюда бы короче едем. Машинки у него стоят. Тут, как я помню, где-то вроде бы 7 что ли было. Тут вот что-то стоит, какая-то машинка. Так. Ладно, заходим. Берем в всякий случай вот это. Так. И книжка со стихами находится в студии звукозаписи Мэтт Дога. Батальонирует сменяк не из-под никакого длительного оружия по пути к студии звукозаписи ты можешь. Короче, ты их убить. Прищаем. Как прищать? Сзади удерживаю пока мы. Все. Мы его завалили. И теперь кто следующий? Не патрулирует мужчина с бассейном. А вот он в бассейн. Тенистые места. Давайте пройдем. Он на стене должен по идее заметить. И вот уже то. Как он нас не заметит, я, конечно, не знаю. И что это у нас за нож такой?
Люди обычно ношу текстур какая-то другая. Как будто нас не видит. Так. Все. Убиваем его и идем далее. Можно немножко бежать. Да. Хранник приближается. Где подходящий 70 место, чтобы остаться там. Сбила стрелка на дарью, которая управление с комиссией, что в тени. Ну вот, я в тени вообще. Как бы она не синяя, но так сказать. Так. Убиваем его. И идем дальше. Фух, так, тут нам нужно вроде вот сюда вот пробраться. Быстро. У нас тут вроде никого нет. Сюда можно не идти. Если ты просто пойдешь к моему охраннику, он заметит тебя, пробует сесть и придет вдоль. Так. А как подкрасться? Я уже забыл. Сейчас попробую. Альт, не подкрасться. А, все, вспомнил. На С присесть. Так, просто вон. Тенек вроде должен быть. Без тенька. Все, убиваем его. И идем дальше. Так, теперь нам вроде нужно. Или можно сейчас посетить. Вот так вот. Все, убиваем его. Тут вроде никого нет. Да. Так, тут можно забрать бронежилетик. Все. Убиваем его. Вот так вот убиваем его. Все. Так. И вон его аудиостанция. Кинь особняк. Поэтому сейчас пустит его. Там стоящий охранник. Вот он. Run away, bitch! Все, убиваем его. И берем пистолет. Он будет... А. Так. Все. Ой, какая-то текстурка замыленная. Подождите. Всего лишь 5 патронов? Окей, будем стрелять в голову. Сейчас там их перебьем. Летень. Аккуратненько. Стреляем. Все. Стреляем. Не попал. Все, стреляем. Тут можно забрать. Так. И пройти. Сейчас заберем его оружие. Быстренько сейчас убежим. И прибежим тут тенек вроде.
по-моему, Тим... Нет, тут не Тим Рук, странно. Сейчас он выйдет сюда. Все. Вальнули. Так, и тут он у нас... Все. Теперь нам нужно отнести быстренько. Быстренько к входу бежим, короче. Так, теперь у нас должны звезды сейчас повешать. Иди. Я книжку с стихами отжила. Все, погнали, короче. Теперь за машинкой за какой-нибудь. А, ее тут нету. Ладно, сейчас там будут машины. Так, 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 так. Блин. Вот. Вот, вот она машина, в принципе, нормальная. И погнали. Под колеса. О, нет, с клюшкой вышла. С клюшкой. С чем это? С оружием, короче. Открыл дверь и закрыл. Нормально. Так, ладно, короче, едем к лучшему и отдаем ему эти аудиозаписи. О, господи! Нифига себе. Нормальненько так. Я запаркурую. Так. Что мы только не сделаем ради этого лучшего. То есть 10 минут на видос запишем. О, нет! Ого, офигеть, как это было. Так, вот, едем сюда. И от... Носим, отводим ему машину. Этот. Короче, вот эту фигню. Hey, Loke, I got what you wanted. Holmes, you ice cold, dude. Hey, I'll catch you later. Peace, homie. Сам еще выполнил, мы получили уважение. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И что ж, всем удачи. И всем что? Правильно. Пока, друзья. А нет, еще не пока сейчас. Damn, what's happening? Don't try hit me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of Market. We need to talk. Все, короче, нам еще миссию прибавили, но мы будем выполнять в следующих сериях. Ладно, я надеюсь, вам понравился видос, ставьте лайк. Но мы увидимся в новой серии. Всем удачи, всем пока, друзья. Да.